Это Калинина, Комар, Шурочкина, Валитова и наша запасная Каланча. Вот такой состав российской команды. Итак, почему, кстати, на этом чемпионате Европы группа начинает с программы произвольной, в то время как, в общем, всегда, наверное, было наоборот? Это тайна, покрытая мраком, Дим. Никто не знает об этом. Расписание давно уже вышло, и его не поменяли. Вопросы задавать, почему и зачем, бесполезно. То есть, по-моему, такой вообще первый раз, да, в моей памяти, да, чтобы, да, начали с произвольной. Обычно все-таки технический программ. Но как там ни было, уважаемые друзья. Итак, Британия выступает. Расскажите, Татьяна Евгеньевна, про программу произвольную. Чем она отличается от технической? Продолжительность, выбор музыки, ну и всякие такие вкусности. Конечно, произвольная программа длиннее, чем техническая. И в произвольной программе, собственно говоря, ориентируясь на сложность исполнения и впечатление, можно делать что хочешь. Понятное дело, что как можно больше связок приветствуются, высокие поддержки приветствуются, куча перестроений, очень много должно быть в количественном подсчете перестроений, оплыв периметра бассейна, все это учитывается. Вот. Но там абсолютно произвольные делаются связки, перестроения, асинхроны, по две, по три, по одной, по четыре, любые комбинации. А в технической программе гораздо более строгие параметры и критерии к связкам. Элементы все одинаковые, у всех должны быть в строгом порядке. Определенное количество поддержек, обязательно каскад, обязательно круг. То есть там все прописано практически. То есть найти музыку интересную, придумать образ желательно. Ну, многие без образа делают. Вот, вот чем отличаются эти программы. Ну давайте смотреть сборная команды Великобритании. Команда Великобритании. Тренеры очень довольны. Но вообще на самом деле британцы все-таки впечатление произвели. Геометрию бассейна использовали здорово. Проплывы хорошие. Ну и в общем класс британской команды. Вот мы с Покровской, да, говорили накануне, как мы учились у Великобритании еще 30 лет назад. Теперь они учатся у нас и в общем учатся неплохо. Ну да, немножко подросли, живенько прошли достаточно. В хорошем темпе программа была исполнена. Молодцы. Давайте сделаем паузу, дальше. Как
какая бы ни была твоя схема игры, с букмекером Winline бонус будет разгромным. 100 тысяч рублей на первый депозит. Winline. Твой разгромный бонус. Всего одной ставки достаточно, чтобы игра стала реальностью. Стань частью этой реальности. И когда твоя ставка сыграет, Winline заплатит. Без вариантов. Мы возвращаемся в прямой эфир на канале «Наш спорт». Заслуженный тренер России Татьяна Данченко на комментаторской позиции. Еще раз мы хотим сказать, что удивительный вид спорта и удивительное отношение тренеров национальной сборной, потому что только здесь уникальная возможность, когда действующие наставники комментируют синхронное плавание так уже на протяжении многих лет. И я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Покровской, которая сегодня, понятно, почему не комментирует, потому что она переживает за свою команду рядом с девчонками. Ну а Татьяна Данченко по традиции